Динозаврики, как и все малыши, требуют постоянного ухода и внимания. Выбери себе любимчика и... всем привет, дорогие друзья, с вами снова Денис, мы сегодня снова играем в Fallout New Vegas. Так, и посмотрим, на чем мы остановились, кажется, я знаю. Да, мы идем в Навак. И в Наваке нас ждет не самый приятный квест в игре, прямо скажем, но... Я думаю, мы справимся, пойдем по дороге, потому что идти вот в эту песчаную бурю, это самоубийство, там куча скорпионов или каких-то насекомых, это неважно кого, и просто вот... Не хочу туда ходить, они нападут и покусают меня. Вообще, со скорпионами очень фигово, всегда дела обстоят. Этот вот дохлый, а вот эти мелкие тоже бесит. Надо уже ружье брать, потому что у меня ружье вроде хорошо починено, а тут уже патронов нет. А тут у меня куча патронов. Ну, с этими-то мне, наверное, придется, да, сразиться или туда отойти, просто вот так пройти. Они все, что ли, поперлись? Хорошо, что винтовка спасает. На первых этапах игры, конечно. Все, уходим. Нет, не уходим. Почему вы не можете просто взять и простить меня за то, что я перебил всех вас? Нет, вы должны идти ко мне и пытаться меня сожрать. Это же так хорошо работало раньше, когда я убил 20 ваших товарищей до этого. Я могу убить дракона, но после этого бандиты могут сказать... Я могу убить дракона на глазах бандитов, а потом и поглотить его душу. А бандит мог подойти и начать требовать с меня деньги. А, это ворона была. Это, блин, кто теперь-то? Ой, то-то-то-то. Да какого ж фига? Ну вот серьезно, что ли? Блин, мне голову сломали, конечно. Ну, теперь опять этих муравьев отстреливать. Ладно, мне просто сломали голову. Сейчас я подлатаюсь стимулятором, потому что у меня здоровья и так было мало. Вот, и тогда мы продолжим. Я, блин, просто не заметил этого чувака. Я думал о своем. Куда я пальну сейчас? Ладно, неважно, мы пройдем это еще раз. И сохранимся после этого. Давайте возьмем что-то еды какой-нибудь. Муравьиное мясо, прям, блин, мало вас нам. Что-то фигня, я не хочу с собой таскать его. А вот тут я, мы тебя уже сожрали все, да? Хватит ко мне подходить. Я не буду давать вам автограф. Не знаю почему. Ну, вообще... Ну, я только что Прим спас, может, они знают меня. Ладно, вон там вот чуваки сидят, так что их надо быстренько слить будет. Потому что будет очень грустно, если они меня снова убьют. Потому что я не хочу, чтобы меня убили. Или сломали мне голову. Потому что как... Потому что я посмотрел записи старые, да? И я там кучу докторских саквояжей просто так потратил. Где ты? Как ты тут оказался? Блин, нафиг так много, они же со временем останавливаются. Какого фига вы тут все взрываете? Вы тупые что ли? Вы знаете, что это фигово все взрывать? Это ядерный взрыв. Ой, меня накрыло, меня накрыло. Так, аккуратно. Блин, куда ты пошел? Нет, не подходи ко мне, пожалуйста, не выходи с этого угла. Я не готов увидеть тебя в этом углу. Какого фига ты мазаешь? Тупое ты мазло. Еще один где-то остался. Да? Да? Он сдох, наверное, когда взорвал сам себя. Идиот. Кто так делает вообще? У меня есть 10 миллиметров пистолет. Надеюсь, что есть. Теперь у меня сломана голова, и мне жалко тратить саквояжи. Потому что, оказывается, я их и так дофига потратил. Мне нужно посмотреть, как крафтить вообще. О, вот и кусочки нашего бандита, который взорвал себя. Гениально. Гений тактики. Сначала, блин, попалить по машине, а потом подойти к нему. Он в GTA, что ли, не играл? Он не знает то, что машина может взорваться, если в нее стрелять. Особенно в бензобак. Это так правдоподобно. Все знают. Ладно. Сохранимся, теперь мы
Теперь нас будут накрывать всю дорогу. Я не буду тратить докторские саквояжи на эту фигню. Нет, я выстою. И не важно, что у меня сломана рука и... Кстати, это как-то видно, что она у меня сломана. Какая у меня рука вообще сломана? По-моему, правая. Да, правая. Какая из них правая? Вот так, на левой руке. Ну, блин, я не вижу, чтобы она была сломана. Пибак, он на левой руке всегда, по-моему, одет, да? Да. Нас, конечно, потрепали по дороге сюда. Я просто не представляю, как мы будем справляться дальше, потому что дальше тут такие... Ну, хотя я вообще-то знаю, мы будем делать еще ночью в темноте. И вот так вот. Красно. Использовать пистолет с глушителем, который мы купим в Вегасе. Нет, у нас, по-моему, даже такой пистолет есть, но нам надо патрон. Сейчас посмотрю. 22, там, калибр какой-то, 22. Нет, у нас такого пистолета еще нет. А, легион. Тут есть парень с лотерейным билетом, я его обычно убиваю, но оказалось, что этот лотерейный билет ничего не дает, по-моему. Но я все равно его, наверное, убью. Yeah! Who won the lottery? I did! Smell that air! Couldn't you just drink it like booze? Парень, это отличная идея рассказать о своем выигрыше первому встречному. Ведь какой шанс, что он окажется плохим? Даже не знаю. Ты из банды подрывников? Ага. Мне пора. Блин, я ни по кому не попаду теперь. У меня рука сломана. Давайте попробуем в голову полить. Ох ты, я попал. 8% было. Так, хорошо. Я не знаю, зачем мне этот чертов билет. Броню я тоже заберу, я ее смогу починить. Что я только что забрал, кроме билета? Я не помню, кроме костюма и билета. Так, бронеохранник подрывников починили. Отлично. Ох, как меня накрывают. У них тут доктор вряд ли будет, потому что это долбанный дикари, который лечится с левым порошком. Так что мы будем проходить мимо их. Мимо них. Это что, это Ниптон? Или Навак? Нет, Навак это с динозавром. Это у нас что? Это Ниптон. Дальше прям. К ним я не пойду. Они скажут мне всем рассказывать про то, какие они дофига крутые чуваки. Убили тут всех, пришли. Ничего-ничего, на дамбе Гувера. Мы им всем голову поотрываем. Вместе с моими друзьями. Ветеранами НКР! О, черт, не на... Нет, я эту гору не пройду, если у меня будет сломана рука, слушайте. Последний саквояж. Ага, и стимуляторами я не подлечусь. Ладно. Так, сделаем. Так, это будет очень фигово, если мне не хватит того, что у меня сейчас есть. Где патронов? Нет, чего-то. Старый год. Мне нужен просто пистолет нормальный, чтобы по-быстрому перестрелять, обойдем их. Тут на горе будет засада, и очень такая нефиговая, потому что они начнут палить по всем машинам там. Это проблема. И они будут высоко стоять, а с моим навыком стрельбы, который я нифига не прокачал, потому что у меня красноречие, будет очень и очень нелегко это... Какого фига ты пришел ко мне? Теперь меня все спалили, конечно же. Нет, тогда они тупые. Где эта гора вообще? Вот она. Так, вот здесь где-то уже будут сидеть чуваки с засадой. Что на пистолете интересно написано? Это, кстати, какой-то ведь необычный пистолет. Это из DLC, которая добавляет вначале кучу вещей. Ты что тут делаешь? Я это вообще... Это нормально, то, что я отстрелил ему голову сейчас? Где бандиты? Мне интересно. Чего не могу зайти на эту гору? А не гору. А, у них же мясо наверняка есть хорошее. Блин, ну много вещей. Нет, нормально. Ну, ладно, я возьму. На всякий случай, если у меня вдруг нет еды. Эй, можно мне уровень повысить?
Отлично. Вуаля, у нас красноречие прокачано. Теперь надо думать, что делать дальше. Скрытность, скрытность, оружие, ремонт. Мне все это понадобится. Скрытность понадобится обязательно. Ремонт тоже там в квестах понадобится. Понимаете, ремонт, скрытность, медицина, наука. Это все позволяет тебе ничего не делать, по сути. Ну, блин, я не знаю. То есть ничего не делать, в смысле, не сражаться с дофига крутыми монстрами, которые могут тебя порвать на части. Я люблю эти штуки, чтобы не сражаться с монстрами. Эй, чуваки, вы должны были тут засаду устроить, а тут вместо вас какие-то бараны. Блин, несправедливо. Я хотел показать всем, какой я крутой, типа я вот знаю то, что вы тут чините. А, вот вы! Вы не подвели меня, ребят. Так, там еще кто-то должен быть. На той стороне еще есть. Так, крышечки, наркота. Ну, мы еще не без наркоты обойдемся. О, докторский саквояж вы принесли. Блин, спасибо, ребят. Я люблю вас. Нет, правда. Да что я патроны трачу? Довольно-таки ценные патроны. Хватит от меня убегать. Серьезно, это тебе не поможет. Ну серьезно, чувак, тебе это помогает. Эй! Эй! Да! Сколько я в него обойму потратил, даже не патронов. Я косу. Нет, у меня просто навык не прокачан, я там нормально стреляю. Я точно стреляю. Да, вот с этим прицелом сложно стрелять, не точно, да? Хотя, кажется, пару раз я его не пробил. Что за долбанный танк? А, ну у него металлическая броня, конечно бы я его не пробил так легко. Так. Ну, а ток? Зачем-то? Блин, металлическую броню сразу же взял, чтобы чинить потом броню. Стоп, а, я не понял, куда мне теперь идти? Эй! Типа, мне еще нужно... Точно через это ущелье пройти в начале, чтобы мне обновили метку. И там кто-то есть. Иди сюда. Ну, чувак, ну, стесняйся. У меня куча денег, ты можешь меня ограбить. А вот здесь мне повезло то, что я промазал, потому что я попал куда промазал. Эй, эй. Куда ты? Эй, вернись. Какое же я мазло? Эй! Ох. Ну и где она? Где ты? Не бегай подо мной, это нечестно. Я все патроны потратил на это тупое ущелье, и то даже метку еще не взял. Ах. Какая глупая серия получится. По ущелье, в ущелье стреляем, там еще меня убили. Это все потому, что я с утра играю просто вообще. Но зато я музыку клевую послушаю. Знаете, Манда Пони сделал ремикс на песню Help at Violet Win the Crown. Ну, Crown. Ну, вы поняли, если вы знаете, о чем я вообще, то вы поймете. А если нет, то просто забудьте и считайте, что я разговариваю с вами о Фоллауте. Вот спасибо тебе, теперь мне обратно перейти. Ну, теперь все зачищено, так что я могу довольно безопасно пройти. Да, я уже не обращаю. А, да, у меня же текстурки на оружие стоят, поэтому у меня пистолет наверняка тоже другой. И ни у кого не было 9 мм патронов, да. Это, по-моему, неплохо этого вид, да? Вообще, а, у меня голова очень сонная, а то я думаю, что это так. Мина тут такая вот дофига скрытная мина, что просто вообще. Хотя я на ней постоянно подрывался. Я пытался ее обезвредить, но из этой фигни у меня не особо получалось. Вот с этими минами тоже проблема, они взрывают еще и машины рядом. Чтобы ходить надо. Дурацкая вообще, говорю, это, блин. Самая тупая и самая действенная засада одновременно. Я первое время пытался просто через него проходить, но меня постоянно чуваки сверху сливали. Еще вот это вот в железной броне дофига крутой. Было трудно, поэтому я решил просто обойти с фланга и... замочить. Вот, да. Она крутится? О, крутится. Круто.
уже 15 минут снимаю. Ну хотя у меня еще Гудабер немного раньше стоял, потому что я еще тут диск доставал. Ну сюда мы не пойдем, там ничего нет, в принципе. Ну ладно, зайдем. По-моему, это пост НКР, да? Неллис? Ладно. Если мы чуть дальше пройдем, то тут будет сидеть, наверное, рейнджер НКРовский. Ну, этот, ветеран. Как же много все это весит. Ну, не очень-то много, но все равно. Не очень приятно. Просто я не хотел бы встретить тут врагов и при этом не держать оружие на готове. Это было бы грустно. И обидно, если бы меня просто так вот забили. Тут никого нет. Одежда поселенца с пустоши. Ну, я обойдусь без нее. Патроны 12 калибра. У всех почему-то. О, варминтовка, отлично. Починим свою. А, мы перегружены, не можем бежать. Как неожиданно. How about this? О, патрончики. Вот эти патроны мне нравятся. Хорошо. Стой какой-то. Хоть бы саквояжик какой положили, а. Тесак. О, блин, он дорого стоит, слушайте. Взять? Блин, нет, не взять. Современные замки. Да ладно, он нормально стоит. Чего я возьму? Надо что-то выкинуть взамен. Какого фига широкая мачете? Ладно. Зачем я бейсболку с собой таскаю? Я мог бы ее одеть, но я не ношу ее. Это все так много весит и так мало стоит. Я надеюсь, что в этих шкафах... Блин, мы почти до Новака дошли. Нет, я не буду ничего укладывать. Я лучше брошу. Что же бросить-то? Давайте широкая мачете. Эй, да... Ну конечно, мне еще что-то выкинуть надо. Нафиг тогда тесак выкинул. А мне все равно еще что-то надо выкинуть, не понял, как так. А что я еще-то взял? Патроны что ли? Это из-за патронов? А бейсболку выкину. Еще что-нибудь надо. Воды выпью. Съем все мясо от тараканов, которые... Да блин, может мне до этого какой-то... Мне казалось, что было 190, нет? Обалдеть. Как у нас там? С водой. Так, еда. А, ну вот мы сейчас поедим, попьем. Нормально будет. Выпьем. Мясо геккона две штуки съедим. Нормально. Да что за отстой? О, да, это будет трудно. Может быть, какая-нибудь грязная вода у нас есть? Зачем я ее трачу сейчас? Это же не надо. Что я творю? 2 килограмма весит журнал. Раз ты узбой выкинешь сейчас ради журнала. Какого фига? Я уверен, что у меня было 180. Тут было 180. Я не понимаю, что происходит. Почему у меня вес... Эй! Как это работает? Что за отстой вообще? Это из-за радиации у меня вес снижается? Переносимый. Или что? Она даже не накопилась до этой фигни. Я не понимаю. А, сила, мясо... А, у меня эффект длятся. Блин, я дурак. Эй. Как долго они собираются длиться? Все, отлично. Навыкидывал разных вещей, которые могу с собой еще... Блин, это... Ладно, я десак с собой возьму. Бейсбол... я могу еще взять. Нафиг я... Так, все. Теперь мы будем всегда знать об этом. Это важный урок. То, что мы узнали об этом. Вот, блин, я уже думал, то, что что-то сломалось в игре, и теперь у меня будет с каждым
выкинутым, у меня будет повышаться, понижаться каким-нибудь образом. Я думал, вообще этот скилл у меня, я помню, что там есть скилл такой, который, если у тебя определенный вес есть, то ты можешь еще больше тащить. О, торговцы, ура, ура, торговцы. Так, ребят, можно я вам напродаю вещей, и у вас куплю что-нибудь? Вас тут целых трое? Hey there. Need anything? Конечно, нужно. Так, патроны. Ну, это, по-моему, мне не нужно пока. Абсент мне тоже не нужен. Что вы продаете? Ну, вот это круто. Трехлучевая. И что, у вас ничего нет? Так, забирайте гранатомет тогда. Гранаты. Так, чтобы еще вам продать. Мир бокса забирайте. Дайджест программиста я себе оставлю пока что. Сухариков хотите. В принципе, они что-то много весят и мало дают, так что я их выкину. А у меня яд, нет, яд мне тоже, по-моему, не нужен, но... Зачем он вообще нужен? Серьезно, я не понимаю для чего. Хотя, может быть, там дальше можно будет в одном месте применить и все. Больше у меня никаких нет идей, для чего он еще нужен. Так, вот это забирай. Вот это забирай. Вот это забирай. Это не забирай. Бейсболочку на. Дрожжи! Что за бред у меня? Жевательная резинка. Зачем это таскаю с собой? Жевательная резинка. Ох, я не понимаю себя. Так, комбинезон забирай. Вот тренинг билет я оставлю себе. Это я тоже оставлю на всякий случай. Еще у него с один. Вот это нормально. Облегченную кожаную броню я тоже себе оставлю, потому что я ее, если что, одену. А вот металлическую мне не нужно. Эту я сам починю, так что я оставлю ее. Плюшевый мишка. Плюшевый мишка, да что со мной не так? А, уже ничего нельзя, нас что, забирай. Давай, до свидания. Что у вас есть? Hey there, need anything? Конечно. О, 9 штук? Ну, бомжи. Нужных патронов никогда нет. Вот это надо бы... А, это гильзы. Гильзы бесплатно отдаешь? Я забираю, ты че? Бесплатно это хорошо. В них можно будет потом обратно, ну, замутить там патроны. На верстаке можно будет. Вроде бы. Я не знаю, наверняка. По-моему, он сильнее, чем стимулятор. Сейчас, или нет? Ладно, это мы забираем. Так, и у тебя что есть? А, ты наемник? Отлично. Теперь нам, видимо, туда. Да, Навак. Я думаю, мы до него дойдем, закупим там комнату и на этом закончим, потому что, в принципе, до него идти еще надо. А выполнять ту миссию огромную с ракетами, это будет очень, очень, очень долго. Я думаю, она затянется серии на 2. Мища, давай полетаем, там будет такой квест. Вот. Так что, затянем. Постой, что у нас тут? Ничего нет? Даже за щитом никто не сидит? Ну ладно. Нет, я не буду тратить патроны на ворон. Тем более у них все равно мяса, по-моему, нет. Надо будет найти доктора и подлататься у него полностью. Ну 100 крышек это дорого, нет? Я не знаю, мне жалко 100 крышек. Меня сломают в следующий раз. С другой стороны, ходить так постоянно сломанным тоже не с руки. Кто это?
Что? Что это такое? Ой, да ладно, ты в этой игре есть, обалдеть. Я впервые вижу. Нет, я еще знаю, то, что там есть добрый он и все. Такого я впервые вижу. Так, ну давай. Да какого фига ты мне руку сломал? Да. Ах! Это не мой день. Сегодня явно не мой день. Был бы мой день, мне бы руки не ломали все, кому не лень. Не та винтовка. Опять мне руку сломали. Плохой день. Ты! Теперь вы еще, ну давайте, избивайте однорукого. Это отличная идея идти на человека, у которого ружье, который убил трех твоих друзей перед этим. Идти на него с... Что у тебя там было? С монтировкой. Крутая идея, чувак, я просто аплодирую тебя. Почему еда так много весит? Противоядие, вот это именно то, что нам нужно. Потому что там дальше будут очень, очень неприятные насекомые. О, узловая станция. Если вы понимаете, что такое Fallout Equestria, вы поймете, к чему я это сказал. Вы можете просто погуглить, там первой строчке будет там Fallout Equestria, и в первой строчке вам выдастся табун рассказ Fallout Equestria. Должно быть так, но, блин, вы должны просто прочитать его очень много, чтобы понять, к чему я говорил вот про это. Почему я так восхищен тем, что я пришел на эту груду вагонов? Ну, блин, действительно, я когда это увидел, я сразу такой, о, блин, это же узловая станция. Но она называется как-то по-другому. Пост рейнджеров Чарли. Ну, тут, в принципе, а тут у них доктор есть, интересно? Ну, блин. А доктор? Ладно, пойдемте отсюда. Got business here. Докторский саквояж использовать, еще чего. Больно много чести будет. Это дорого, реально. Интересно, есть какой-нибудь чувак, который будет всегда их продавать? Это было бы неплохо. Иметь какой-то, знаете, источник докторских саквояжей. Еще если по дешевке продавал, было вообще шикарно. Ну как мне так руку сломали? Что мне, блин, с костями вообще? Меня ломают постоянно. Надо достижение заработать крутой парень, чтобы, собственно, нам не ломали. Ой, я думаю, она опять зависла, слушайте, вообще. Было бы отстойно, если бы она зависла во время записи, мне пришлось перезаписывать абсолютно все это. Потому что запись повредилась. Это не фрапс, который просто начнет потом снимать рабочий стол, если она выйдет. Так что мне пришлось перезаписывать огромный кусок. Да. Так, ну вот и навах, собственно. Ну блин, еще 28 минут, мы еще до космодрома дойдем и гули там постреляем. Наверное. А может нам можно как-то без этого? У нас же красноречие в качестве. Может быть я смогу прийти и сказать, типа, эй, чувак, я так круто говорю, то что ты мне обязательно продашь, то есть отдашь эту информацию просто бесплатно. Так, ребят. Hello. О, ты доктор? What can I do for you? Меня ранили. That's not so bad. I'll have you looking as good as new. I mean... 50 крышек, отлично, дешево. All right, I'll just get my scalpel here, and, did I leave that sitting up? О, отлично. Все, так бац, вы умерли. Загрузиться. Спасибо, док. Что у нас тут? Состояние вообще отлично. Впервые за долгое время у нас нормальное состояние. Но меня это не может не радовать. И сейчас мы купим тут комнату. Потому что здесь мы можем складывать. Все, комната покупается абсолютно навсегда. Well, welcome to you. Я хотел бы снять комнату. Well, I think that's a fine idea. I'm glad your room will be the... Ага. Here's your key. До свидания. А, да, и... Ну, нет. Ты мне все равно не поможешь, я знаю. Зайдем к нам сюда. И вот наша комната. 312 или
17-е. Непонятно. Может, там на тысячах она? Да. Тут мы и будем жить. Собственно. Тут есть плюсовый мишка, поэтому я того продам. Мы его переложим на диван. Эй! И вот в этом сейфе мы можем хранить вещи, играть в машинку, кушать игуану. Няшно. Так, ну и теперь у нас есть место, куда мы можем вернуться поспать. Это наша кровать, теперь мы можем тут спать вообще всегда. Еда, сон, сейчас мы поспим, потом поедим. Так, смотри. Сколько у нас там за час восстанавливается? Я уже забыл на самом деле. 25? Нет. Ну ладно, давайте поспим до утра вообще. А потом мы умрем с голоду нафиг. Вот прикольно будет. Ну да, нам надо попить. Но мы же не дураки, чтобы тратить нашу драгоценную воду, которую можно транспортировать. Знаешь, мы ведь можем попить обычную. Из-под крана, радиационную. Анчис один как раз таки лежит тут, отлично. Так, ну все, еда у нас. Сон, так, ага, еда. Сейчас нам что-нибудь съесть. Мясо толсторога мы не будем есть, потому что оно нам еще понадобится. Мясо геккона съедим. Надо потом будет избавиться от радиации, на самом деле. Потому что она не особо-то помогает нам. И сходим сюда, возьмем у него задание, и все. Думаю, на этом мы с вами закончим. Почему нет? Можно еще патронов купить. Огромный динозавр. О нет, он уничтожает наше здание. Бежим. Мы привезли его на корабле. Или его увозили на корабле. Я не помню. Я помню, что там был корабль, и он потом вылез оттуда. Welcome. Come on in. Привет. Динозаврики. Well, there's T-Rex. We also have an assortment. Оружие. Мне нужно Gun? Оружие. Darn it, no one ever buys the... Sure thing. Have a look. Так, что нам нужно? Ну блин, мотайся. Ого! Чувак, у тебя много патронов, я их все возьму, надо будет тебе что-нибудь сейчас втюхнуть. Ну ладно, сейчас будем продавать. Было бы что продать, на самом деле. Ну вот, например. Так, у нас есть кожаная броня и вот это. Ну, кожаную я оставлю, а вот эту продам, потому что вот зачем мне две смены брони? Потом надо бы ему продать. Блин, это может пригодиться. Вот это тоже мне много раз помогал. Ну, стелсбой и стимуляторы я по-любому продавать. Вот тесак, например, забираю его. Вот теперь он мне должен, отлично. Мачете я оставлю и все, в принципе. Ну, энергетические батареи тоже... Нет, немного весит, на самом деле. Я пока лазерными пушками не пользуюсь. Да у меня их и нет, так что можно пока их скинуть. Ну, это я оставлю, в принципе, да, принять. Выйти. До свидания. Теперь у меня на пистолете есть огромное количество патронов, и мы как можно быстрее заполучим Марию. Это просто прекрасный пистолет, который будет просто нам помогать. Эй! Что за сон? Помогать вообще всю игру просто. И где мне его искать? Где он? А, вот он. What's going on, man? Я еще человек клещ. Sure, I know. У меня с ним свои счеты. Doesn't surprise me. Guy seemed like he'd do whatever it takes to get what he want. Well, listen, I can definitely... Maybe we can do a trade. You need my help. Что тебе нужно? Novak, it's home for me now. I want that to be for good. I like it here, and I've left too many homes behind. But the only resource we got here is junk.
We get most of it up the road from the old rocket test site, but a bunch of ghouls showed up one day. Что нужно сделать? Well, they gotta go, or this will be a ghost town. Doesn't matter to me what you do. As long as the ghouls are out of there, that's good enough for me. Хорошо. It'd mean a lot to me. Вот и наше задание. Давай полетаем. Огромный квест. Было бы неплохо выполнить его за одну серию, следующую серию уже. Но я не уверен, что мы сможем это сделать, потому что квест довольно долгий. Да. Так что на этом все. Надеюсь, вам нравится проходить. Лично мне очень нравится. Я каждый раз это говорю. Но да, мне нравится проходить Fallout New Vegas. Он доставляет мне массу эмоций и веселья. Так что вот, если вам понравилось это видео, поставьте там лайк, подпишитесь, это будет вообще очень круто. И спасибо за ваше время.